Всем привет, с вами снова я, Артём. Мы продолжаем проходить Ninja Gaiden Sigma 2. И у нас глава номер 6 под названием «Город демонов». Тайрон, в общем-то, оказался полный тайн. Неизвестные создания, именуемые демонами, и Рэйчел, в общем-то, охотница на них. Но, тем не менее, Рю у нас не имеет, как бы, улик, по сути, или, как бы, сведений о местоположении Доку. В общем-то, он не знает, в общем-то, где он. Все так же. И, как вы помните, в прошлой части я в сундучке подобрал талисман перерождения. В общем-то, я вам сейчас чуть-чуть про него расскажу. И расскажу, почему он в целом мне не нравится в первой Сигме. Но в целом то, как он реализован. Не нравится он мне, потому что здесь нельзя его снять со слота. Если вы его взяли, то вы, в общем-то, умираете. Как бы, ну, когда вы, соответственно, умираете, он у вас активируется, дает вам, как бы, вторую жизнь. Но, тем не менее, как вы понимаете, я, естественно, все это буду стараться сохранить на последних боссов. А так как это, по сути, снять нельзя, в отличие от второй части, от второго Гейдена, то это, конечно, так... Ну, не сказать, что усложняет дело, на самом деле, но делает прохождение подлиннее, как минимум. Но, тем не менее, их здесь можно таскать аж два. Два талисмана перерождения вместо второй части, там можно его один таскать только всегда. Потому что талисманы, почему я их в целом хочу сохранить, потому что это, в общем-то, довольно ценный предмет. И в целом это даже самая дорогая вещь Мурамасы. Я вот так вот вам даже скажу, поэтому как-то просто так его, естественно, терять не очень хочется. А мы сейчас, в общем-то, игнорим вот этих вот мотоциклистов. Сразу же пойдем дальше. В общем-то, это глава у нас уже с боссом. Босс тут он у нас такой, как бы, скажем так, второсортный, больше я бы сказал, нежели чем какой-то там из главных. Ну и сохранился я тут только под конец, ну, в последнем самом чекпоинте. Потому что там, в общем-то, уже это с боссом связано, потому что до него там идти в целом не так, чтобы близко. Но у нас опять, как видите, эти спецназовцы-роботы, которые... Еще здесь у нас, в общем-то, 3 или 4 скоробея на самом деле находятся. Почему 3 или 4, спросите вы? Потому что, в общем-то, один скоробей, он... как бы его также можно было взять в 4 уровне. Это вот там вот недалеко... от бара, в котором мы там, помните, да, с мотоциклистами как раз бились вот с этими, которых я сейчас успешно пропустил. Так что здесь их, в общем-то, вот 3 или 4. У меня их, естественно, будет 3, потому что мы, в общем, в прошлой части его уже подобрали. И сейчас у нас, опять же, будут мотоциклисты. Эти самые. Находятся они у нас вот здесь вот, но на них я люблю очень использовать нинпу, потому что... Они просто с него умирают, вот видите, да, и все как бы. То есть без абсолютно никаких проблем. Умирают. И сейчас у нас как раз-таки будет вот этот первый наш скоробей. Скоробейчик. Мы, в общем, под конец этой... Главы соберем их уже 9. У нас будет в скором времени, то есть на 10-м скоробе Мурамас что-то нам там дает в этом своей лавке. По-моему, какую-то там большую лечилку или... Ну да, маленькую он нам уже дал, скорее всего, следующая будет большая лечилка. А дальше он нам будет эти давать эликсиры, которые, в общем-то, кинаш восполняют. И мы там подобрали еще ключ вот от этой дверки, ключ Пегаса, по-моему, он так называется. Ну и, в общем-то, Зуна, конечно, очень сильно так тут облегчает все дело. И вообще мне в целом в первой части очень меч нравится. Один.
удобный очень. Во второй части все же я больше два меча как бы предпочитаю. Если так, кого вопросы возникнут. А в третьей там уже как-то все равно абсолютно. То есть я как бы сам по себе к третьей не очень хорошо отношусь. Ниндзя Гейдену. И мы тем временем открываем вот этот мостик наш. И там у нас уже будет сейчас последний сейв как раз. Сейв, точнее. А то я имею в виду как бы сейв. Нет, по-моему, я не так говорю, все же. Двоих сразу так, а? Как хорошо-то получилось. Ну, опять же говорю, что очень сильно помогает все же этот нарукавник солнца. Вот здесь у нас второй скрабичек лежит. То есть, ну, по сути, уже как бы, если в общем считать, то восьмой. Здесь у нас еще жизнь богов находится. И рядом с сейвом у нас находится еще один скоробеечек, уже последний в этой главе. Мы сейчас, в общем-то, пойдем напрямки к боссу. Босс тут у нас, ну, не сказать, что он... На самом деле он нам еще будет встречаться. Вообще. Что я вам хочу сказать. То есть это не единственная будет у нас с ним встреча. И вот при второй как раз встрече он куда сложнее, как мне кажется, чем вот здесь, как бы, по сути. В чем именно сложность там, я думаю, я объясню вам, когда мы до него уже дойдем. А там сложности, в общем-то, есть. На самом деле он вообще, если вы играете на всех, по-моему, сложностях, кроме Мастер Ниндзя, то он вам встречается аж 3 раза за всю игру. Если же вот вы играете на Мастер Ниндзя, то он вам встречается 2 раза за игру. А в том месте, где он встречается в третий раз, вот он заменили. По-моему, на Мастер Ниндзя. Может быть, еще на этом, на Very Hard'е. Этот союз, да, у них спецназовцы эти красные ниндзяки. Да я понимаю, сила, конечно. И у меня постоянно такой, не знаю, болезнь всегда во всех стрелять сюрикенами. Я, конечно, знаю, что они на этих, на роботов не действуют, но как-то болею я этим очень сильно. Захват сейчас хотел сделать. А, еще один захват хотел сделать. Ничего себе вы, ребята. Если я вам захват сделаю, не, никак. И вот так вот мы его сейчас прокомбим. Неплохо. И решил тут использовать большую лечилку, потому что здесь вот она у нас тоже находится. И вот, объясните мне, зачем их еще раз сюда. Ну, может быть, на самом деле это две как бы разные битвы, вы скажете, но я что-то как-то в этом очень сильно сомневаюсь, что это две разные битвы. Мне кажется, что это все же одна битва, но при этом как бы потому что я покинул ту локацию, они вот еще раз, видите ли, решили тут повыпендриваться. И сейчас у нас будут еще мотоциклы. И здесь же у нас уже будет вот последний босс. Ну, не последний, в этой главе последний. В одного мы, естественно, сразу же пуляем шариком нашим огненным. Ох-ох-ох-ох-ох, вот это хорошо. Сейчас, естественно, не в того попаду. Вот. Замечательно.
просто замечательно. Так, вы, ребята... Да. Хорошо. И у нас появляются уже демоны покруче. А именно вот такие вот. Их рубить, как ни странно, довольно просто. Рубятся они, в общем-то, супером. Лучше, естественно, два меча тут брать, потому что у них он... Ну, я не знаю, на самом деле, как он там по урону различается, но... Как-то... Мне лично их удобнее и приятнее в целом убивать на двух мечах. Их тут на мастере трое, по-моему, на всех остальных их тут двое. Или на какой-то из сложностей, вроде на простой, который здесь нормал считается. Здесь их двое. Ну, нормально, мне вообще не интересно играть, как мне лично кажется. Хоть, конечно, и на харде сложно, но на нормале неинтересно, вы не поверите. Как бы это странно ни звучало, но... Мне лично как, по крайней мере. И, в общем, мы встречаем, опять же, Рэйчел нашу. Говорит, неплохо. Так кто ты такой на самом деле? Ты гораздо более... Ты, в общем-то, куда более силен, чем обычный человек. Моя сила, в общем, пришла с тренировками. И с проклятием в крови. Ты в этом уверен? Я уверен в том, что моя кровь чиста. Я видела, как моя... В общем-то, сестра обратилась в демона, она ему говорит. И, в общем-то... Как бы, типа, я не меньше тебя хочу ему отомстить. И поэтому, в общем-то, я стал краски охотницей, чтобы убить свою сестру, чтобы убить Альму. Под монастырем... Там есть... Еще не успевает она у нас это договорить. Ну, как бы такой основной посыл этого диалога в этом был. Я, естественно, как вы понимаете, я все не успеваю переводить. Так что стараюсь, в общем-то, как минимум основное хотя бы что-то переводить такое... И у нас как раз-таки вот этот вот босс, который здесь даже с помощниками, по сути, довольно легкий. Но он, на самом деле, как мне лично кажется, самый наиболее непонятный босс по тактике, если честно. Называется он, в общем-то, Гидрокубус. Ну вот, отрубаем ему клешни. Дальше, в общем-то, бьем супером. С него, кстати, всегда вылетает либо синяя, либо красная эссенция, поэтому без труда накопите супер второго уровня на нем всегда. Но, в общем-то, проблемы он будет нам представлять еще в одном из следующих уровней. На самом деле, ой, какие проблемы, потому что там до него тоже, в общем-то, не так, чтобы близко идти. Ох, зачем это сделал-то? Понимаю сам даже. Так, второй уровень. Хорошо. Вот, в общем-то, у нас же последние, по-моему, да? Эти демоны. Или вторые. Мы вторые. Ох, вот тут я сейчас хорошо прям прокатился под ним.
Так что он, по сути, меня задеть должен был. И, в общем-то... Эх. И вот не добиваю я его, прям вообще. Остается, ну, не проблема, естественно. Двух так хорошо сразу. А вот сейчас он меня как задел, я в блоке стоял. И, в общем-то, вот таким вот образом мы его, в общем, все-таки побеждаем. И у нас начинается следующая глава. Ну, сейчас я вам, естественно, все тут переведу. В основном, в большинстве. Так это был демон. Я никогда таких не видела. Что-то странное. Там их очень много. Что, ну, типа, на имею в виду, под монастырем их очень много. Пришла по приказу Мурая, я вижу. Кровь демонов. Ей питается, в общем-то, черный дракон. Это проклятый клинок, обладающий, в общем-то, какой-то там непонятной, неведанной человечеству силой. Пока мы говорим, его сила растет. Теперь понятно, почему. Что происходит, в общем-то, с моей кровью. В общем-то, доминирование, как бы, скажем так, расы людей дает силу расе демонов, типа того. Рюи говорит, чтобы она позаботилась о Рэйчел. Рэйчел ему говорит, что под монастырем находится палата императора, и док, в общем-то, там будет. Поэтому, в общем-то, Рюи, естественно, без никаких вопросов вообще туда отправляется. Соответственно. И, в общем, у нас кто-то неизвестный, кто-то непонятный из ГМО. Так, сила черного дракона растет с каждым убийством. Да, так оно и есть. Значит, я прибыл вовремя. Да. Мой экселленси, это он, мой повелитель. Я никогда, как бы, не обделял вас особой информацией. Так он растет сильно и быстро, как я и ожидал. Вот такой вот у нас диалог с этим как раз-таки неизвестным. И на этом у нас заканчивается эта глава. И в целом могу с вами уже на этом попрощаться. С вами был я, Артём. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, оценивайте, комментируйте. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Подписывайтесь на мой Твиттер. Всем, ребят, пока!